Всем привет! Это Днепропетровск, с вами Илья и Роман. В общем-то, 2 мая, на часах 11.01, 3 секунды, майский мега-челлендж, второй день. В общем-то, моя Рига сегодня была доработана с учетом вчерашних поездок с зеркалом заднего вида. В подмастерье нашел. Кстати, вот как выглядит моя свеча после вчерашних покатушек. То есть видно пепельный такой нагар. Это масла много было. Ну и судя по всему, я так думаю, специалисты скажут. По мне так нормально работа двигателя. Вот, сцепление было тоже сегодня доработано. Пружинка откидывающая. Было подозрение, что кооперативный тросик внутри себя заедает и не до конца отбрасывает. Вчера день закончился дождем. В общем-то, домой мы добирались. У Романа была беда. Роман, расскажи, что у тебя было, кстати. Покажи людям. С какого тут ракурса? Любого ракурса видно все. Такая, что бронепровод пробивает на все, что только можно. То есть он намок и пробивает здесь? Вот здесь вот в основном, да? В основном здесь. Ты его как-то лечил или никак? Убрал отсюда шлангочку. Ага. Стало меньше пробивать. Но не сильно. Не сильно помогло, да? Ну, будем надеяться, что сегодня дождя не будет. Вот, кстати, посмотрите на небо. Тучи крутит, крутит. Ну, будем надеяться, что нас не накроет сегодня и таких проблем в нашем дальнобое не случится. Ну что, готовимся к старту и выезжаем. Всем удачи!